Песенка, которую Галич назвал «Песня о последней правоте». Она такая не очень широко известная песня, ее мало исполняют. Честно говоря, я ее знаю давно и давно люблю эту песню, но как-то никогда со сцены, в общем, не пел в течение долгого времени. Почему? Потому что не понимал. А там, надо сказать, есть какие-то загадочные вещи. Есть, например, такое слово «миссалонги». Что это такое, я думал, что это за миссалонги такие? Может, это какое-то блюдо, не знаю. Там упоминается лорд Байрон. Почему там упоминается лорд Байрон, непонятно, если песня почему-то посвящена замечательному писателю Юрию Домбровскому. Помните, автору «Факультета ненужных вещей»? Все дело в том, что тогда, в те годы, когда я выучил эту песню, не было интернета, и невозможно было быстро погуглить и определить, что же это все такое. И только впоследствии выяснилось, что Миссалонги – это греческий город, в котором умер лорд Байрон, скончался лорд Байрон. Кстати, с его смертью связана такая история. Он незадолго до смерти продал практически все свое имущество, оставил семью, ну, едва ли не без средств к существованию, и все свои деньги бросил, так сказать, в пользу греческого национально-освободительного восстания против Османской империи. И сам поехал в Грецию участвовать в этом восстании. Но знаете, как это часто бывает, через некоторое время деньги кончились. Так всегда бывает, даже не часто, а вообще всегда. Деньги кончились, главари этого восстания, руководители этого восстания стали грызться между собой. Так тоже часто бывает. В общем, его ждало глубокое разочарование на этом пути. И он заболел. Заболел гриппом, который тогда, в те годы, называли лихорадкой, потому что высокая температура, которая так волнообразно у него то поднималась, то опускалась. И он, как мне кажется, это была болезнь другая, то есть это не грипп был, это разочарование в нем говорил. Ну, в общем, он отлежался как-то и встал после этой болезни долгой, и потом отправился на прогулку верхом, после чего заболел второй раз и уже не встал. И вот там он скончался в этом городе Миссалонги. А почему же тогда песня посвящается писателю Юрию Домбровскому, спросите? Это интересный вопрос. Оказывается, у Юрия Домбровского, помимо крупных прозаических произведений, есть еще и рассказ, правда, большой такой рассказ, который так и называется «Смерть лорда Байрона». И там вся эта история описана. Песня о последней правоте. Подстилала удачу соломки, охранять обещала и впредь. Только есть на земле Миссалонги, где достанется мне умереть, где достанется мне умереть, где уже не пижон и не барин, ошалев от дорог и карет. Я от тысячи истин, как Байрон, вдруг поверю, что истины нет, вдруг поверю, что истины нет. Будет серый и скверный денечек, небо с морем сольются в одно, и приятен мой плут и доносчик подольет мне отраву в вино, подольет мне отраву в вино. Упадет на колени тетрадка, и глаза мне затянет слюда. Я скажу, у меня лихорадка, для чего я приехал сюда, для чего я приехал. И о том, что не в истине дело, я в последней пойму дурноте. Я мечтавший и нощный и денно, а не сны.
сносной своей правоте, о несносной своей правоте. А приятель, всплакнув для порядка, перейдет на возвышенный слог и запишет в ней